Я еще пацанов приведу. Давай, ставьте рыбу. Саня, кинь две метки, пожалуйста. Одну вот, где я сейчас тут стою, черепочек. Вторую сейчас поставлю. Вот тут, да. И босса будем, блядь, держать во время боя вот тут. Потому что, блядь, когда держат близко к речке, елка ебаная в речке появляется, блядь. Вот тут где-то босса воет, хорошо? Угу. Потому что вчера держали вот тут в кустах, и елка нахуй, там посреди водоема появилась. А я, нахуй, без лодки, блядь, нахуй, без костюма, без нихуя. Чуть не утонул, блядь. Давайте рибавчик там, всю хуйню проверьте. Его поели. Мы должны еще эту шалашовку сейчас растрепать и, блядь, и Мимирона, блядь, убить. В идеале, да. Я, блядь, никогда не думал, что, блядь, нахуй, Мимирон, блядь, будет, нахуй, легче, чем Торим. Ебать, понастраивали такой хуйни, блядь. Угу. Поддерживаю. Первый раз такое вижу вообще в жизни. В Торим, блядь, всегда был, блядь, таким легким боссом, так, просто стоп, пиздец. А хилам что делать в стороне, да, стоять просто хилить? Ничего. Сейчас во время всего боя будем стоять где-то плюс-минус вот тут, вот где рога стоит. Где-то вот так, стоим все кучно вместе. Появляются мобы, будем их, соответственно, заливать. Там уже ситуативно по грибам водить, по всей остальной хуйне. Да все, я буду все анонсить. Угу. Давай, всем буду анонсить. Сейчас чайка въебу. Босса никто не бьет, смысла в этом нет, она хилится. Ждем выхода трэша. Можете ханты напулить на Вайда, чтобы ему проще было. На пул дали, в среза. Всех убить это надо одновременно. Косты сбивайте. Ёлка, ёлка, РДД на вас. Ёлку быстрее, блядь, убейте, ёбаный рот, блядь, ёлка! Их зря не одновременно убили. Грозового быстрее убейте. Да всё, БР дайте, Денис. Даю, даю, даю. Всё, всё, всё. Дали этот, Сашу забафали быстро, помогу. Каска, лапа, пристаба, вся хуйня. Еще и рыбу поем. МК дай ему. Ждем следующих мобов. Встаньте кучненько, пожалуйста, блядь. Он сам не сколько поешь. Да уже поздно, наверное. Я в комбате. На пул в срезу, точно так же. Елку РДД залили. Елку. Елку, быстро. Ну быстрей, ну РДД, ну раздуплитесь, блядь. Ёлка должна умирать, нахуй, за 5 секунд. Массакру, рано дали. Аккуратно их убивайте, одновременно нельзя их залить. Сейчас зальем одновременно, подохнем, блядь. Прохиливайте рейд. Все, убивайте. Ёлку сразу, РДД, блядь. Вам должно быть похуй на мобов, ёлку залить сразу, блядь. Сейчас выйдет большой, надо будет стоять под грибочками, на кого будет кидаться грозовая хуйня, дебаф. Ёлку, работаем, работаем, РДД. Вот, под грибом как раз стоим. На ком будет дебаф такая хуйня, блядь, в виде, как у шамана откидывал кофе. Сразу с рейда нахуй, налево, направо, похуй куда. Вышел Эми. Смотрите, сейчас елка будет, блядь. Все отлично. Сейчас будет елка. Запиздить ее резко. Все, сейчас елка, вот она. Кучно, так и самое. Еще один круг. То же самое. То же самое сейчас будет, только последовательность может быть другая. Сейчас может быть большой или трое, или маленький, похуй. Все то же самое, нихуя сложного нету. Делаем изимот. Это, блядь, вообще банка, а не босс. Убить два раза, блядь, всех по паку мобов, блядь, и ее убить, это изи. На пулы срезы дали. Когда будет у мобов меньше, чем половина хп, сакру. Скажу когда. Сакру. Сакру и гимна хп Рома.
Ёлка. Ёлку резко, блядь. Быстро, быстро, быстро. Она отхиливает мобов, блядь, этих ебаных. А мы будем же стоять, блядь, за мобов вайпнуться. Причем она хилит до хуя на 50%. Сейчас будет либо дерево, либо трое. Троих надо зарывить одновременно с интервалом в 12 секунд. Дерево уже, я надеюсь, все поняли. Просто стоим, блядь, под грибом, нахуй, и выносим метку налево, либо направо. Мне не пишет ни хуя ДБМ, там елка должна скоро быть. Под гриб. Нам елку залили. Кошам снимается красиво. Марлу. Под гриб добивайте. Ждите, сейчас елка будет. РДДшники резко. Ханты, маги, блядь, там кто у нас там еще есть? Сразу, у кого, блядь, будет. Вот елка вылезла, работаем. Еще нюанс, блядь, ханты, не проебывайте ее ни в коем случае, блядь, урез хила, когда будем сейчас ее бить. В ротации у вас этот скилл есть, я думаю, никто не должен его проебать. Мобов убиваем одновременно. После того, как их убьем, РДД уходит в крест, милики подходят к черепу. Хилы РДД будет... в кресте. Да, когда Кирюха анонсит, перебегаем, значит перебегаем на противоположный берег. Быстро, быстро, мобов, общем, мобов. Грозовок... Ёлка. Разошлись по меткам. Все, Войд, пошел в череп. Все РДДшники в крест, хилы в крест. Босса спиной к нам. Гера, поехали. Я куда босса перевожу потом? На другой берег. Перешли. Перешли. Дерево залили, РДД, быстро. Милики, кто рядом, тоже. Перешли, перешли, перешли. Быстрее переводи. Быстрей. По бомбам не идите. Перешли. Перешли. Быстрее, 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 быстрее. Переводи. Брат, аккуратно. Да, она видишь, кастует, курва. Ты главное, что перебежал. То, что она там кастует, хуя навстречу. Перешли. Весь босс. Все, блядь. Нихуя тут военного нету, блядь. Блядь, ебаные бомбы. Посох упал к ста, блядь. Что, Асмодей получается, или как, блядь? Воин, да, шоке. Что за бред? Воин, охотник, шаман. Воин, охотник, шаман. Затрахал это залупа, блядь. Мне кажется, воин, охотник, шаман, блядь. Да, я слушаю. Чистая пидоросня, блядь. Если выпадет еще что-нибудь, еще один токен где-нибудь. Хочу что-то. Это надо сторима выбить, да? Ну, вообще, блядь, ну, ты по хорошим делам в идеале. Мне нужна, блядь, башка, нахуй. Она мне выровняет все капы, все будет охуенно. Я тогда спокойно отдам, блядь, этот... Токен он Саня, блядь. Ему не ему охуенно, и мне охуенно. Может, ебанем Торина. Куда ты сейчас нажимать? Последнее. Искру воображение. Срез, я уже запутался. Тебе фул ГП сейчас дать. Давай фул. Первый же токен. Дай лутера, Саня. Угу, сейчас, мать. Ну, получается, последний токен. Антона вчера напал. Этого дурака, блядь, растрепали вообще нахуй, блядь. Единственный нюанс, что сейчас, я не знаю, может быть, сделаем по сейвовому спекнем Алисочку? А чё?
Ну, мы вчера в 6 хилов хилили, вчера Арчи спекался в 6-го. Да пусть Арчи и спекается, чё. Да, будем без РДД крита. Ебать, предложение охуенное, Саня. А, у нас нету, да, больше, я читаю. Я ж да. Просто поэтому и говорю, что только вариант, ну, как да, Алисочку. Да, Алисочку. Второго ДЦ смысла нету, а Алисочку в холипал, она одета тем более неплохо. Я думаю, а чё 14 по ДПСу, блядь? А у меня яды нахуй закончились, блядь. Не, ну они были, но под конец закончились. На ГП. Я думал, успеем добить, блядь. Без ядов 6.2, алё, блядь. Саня, черни СМД в пуху или дай регов с ГБ? Особенно тут я поставил. Тут огонь поставите, там ауру. Чё тебе, чёрную магию туда, да? Что это за хуйня? Чё, блядь, СМД? Или СПД. Что? Напиши. Не, черную магию надо. Окей. Ну вот такая хуйня есть, надо? Ну да, пойдет. Давай, обмен. Ну я жду до ДД. Блин, мы выбили нахуй 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 токенов, из этих 6 токенов нахуй 5 упали в воин охотник шанс. Охуеть, блядь. Я хуею, блядь. Самый прикол, что очень в рейде особо. Тупо нету тех, кому они нужны прям. А шо, у какого молодца уже все токены, блядь, выбиты? А, он даже их не ролит, ебать. Ты шо, охуел, блядь? А что, ему только ему грудак и штаны только надо, блять, и все. Ну так не упало, блядь. Ему перчатка нужна, блядь, и плечи, и голова. Плечи остались. И голова. У шамана вон по два спека. Покушали, фласку пропили. Блядь, и перчатки нужны. Арчибальд тоже, блядь, я смотрю, уже, блядь, все одеты, нахуй. Рыло, у тебя тоже два куска, да? Два куска, да, ебучих. Так а что ты не одеваешь? А потому что они хуйню дают, минус 1 секунда быстрины. Мне легче в этом. Ну да, тебе надо 4 только. 4 это 300 хосты, блядь. Это красиво, блядь. Да, сейчас заебись будет. Так, проверяем бафы. Ауры, огонь, тьма, блядь. Вся хуйня. Пьем все сапроты, блядь. Дайте сапрот, дайте сапрот. Дайте сейчас наделю, блядь. Слип, помоги тоже с этим вопросом, там в ГБ лежаться надо. Сань, 30 секунд в туалет. Аркадьевич, блядь, вперед всех нахуй. Они там писали, по-моему, что волна жара вот эта, типа она не режется сапротом. Это очень, очень нам хорошая информация. Достаточно. Ну, на раз. Тем, кому еще сапрот нужен, давайте обмен слепкоту. Вот здесь слева. Те, кому нужен сапрот, и запакую всех, сзади стою рога. Кому еще надо? Еще кому надо? Срез надо, нет? Да вообще-то нет. Я как бы 30к имею под бафом, мне в принципе я на АП прожму. Не отлетал в прошлый раз. Срез поводишь, короче, там. Чё положу? Поводишь, поводишь. Кого положу? Метку на тебя кину, да, на четвертой фазе. А, да, ну конечно. Женёк, ну ты ж помнишь, да, блядь? Мины, нахуй, вся хуйня, наступать нельзя, блядь. Женёк, не дизмораль, пожалуйста, до начала. Это пиздец, нахуй. Я сейчас саму заметку напишу, прости. Мина? Минёр. Минжоха. Жека мина. Да ладно, что вы, он не на мине умирал, он до мины еще. А, ну смотри. По-моему, этот человек умирал вообще на всем, что, в чем можно было, блядь, умереть. Ну что там, что там? Женек от старости только осталось умереть, нахуй, и все, блядь. Давайте готовности, потом прожженька. Так, кто не знает вообще, нихуя, что тут надо делать? Поставьте плюс. Вообще нихуя не знаю.
На территории. Понял, блядь. Короче, босс состоит из четырех фаз. Первая фаза — утюг, вот такой, как он стоит сейчас. Кидает вокруг себя мины, вот по вот этому кругу. Босс будет лежать в середине, вот по вот этому кругу, который вокруг него, будут мины. Если наступите, сдохнете. Соответственно, наступать нельзя. РДДшники стоят либо со стороны креста, либо со стороны черепа. Туда в квадрат не идите, просто рассредоточьтесь и все. Будет кидаться огонек такой, с него надо выбегать. На второй фазе, блядь, будет обстрел. Обстрел все время происходит по часовой стрелке. То бишь, часовая стрелка — это вот так, в эту сторону. Вот куда рога бежит, это так часы крутятся в эту сторону. Если вы стоите, грубо говоря, здесь, видите, что босс начнет стрелять сейчас в эту сторону. Не надо пытаться съебаться по направлению. Наоборот, в другую сторону пошли, подошли немножко сюда и бьете. Он где-то крутит 250-260 градусов. То есть он полностью круг не делает. Также на второй фазе будут со спины лететь ракеты. Войд зоны красные будут появляться, как на келе. С нее надо выйти, потому что там залетать 3 миллиона урона вас нихуя не спасет. Это сразу ваншот. На четвертой фазе просто летает башка, РДДшники ее заливают. Я буду ловить с большого моба магнит, садить его, милики, будем тоже его бить. А на четвертой фазе начинается пиздец, потому что все происходит вместе, блядь. И первая, и вторая, и третья. Точно так же будет обстрел проходить, точно так же будут летать, блядь, мины и вся остальная хуйня. Просто смотрите под ноги, не наступайте на мины, выходите из свой зон. Все. Один нюанс по минам. Босс раскидывает их в разные стороны, и у вас есть время оглянуться и посмотреть, где нет мин, чтобы выбежать в ту сторону. Лайфхак. Чек на готовность, пуля сейчас будем. Там, говорит, на автоматом ставится, блядь, типа, что можно. Да, да, он сам переключается чисто на третьей фазе. Тут войд пуля. Все на пулы войда в квадрат. Рыло, переставь тут свои тотемы, я не знаю, как они там на мины работают, пиздуй. Вышли, 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 быстро. Ох ты, бля, я на мину наступил. Я за сапёра сегодня, блядь. Себе тоже заметку напиши тогда. Кирюша сапёр? Угу. Окей, бля. Вот новые мины полетели, огляните сразу, куда будете бежать. В сторону квадрата безопасно, сразу говорю, блядь. Вышли. Новые мины вылетели, оглянули сразу, посмотрели. Марлу Суфа прохил. Вышли. Сейчас раскинет новые мины. Сейчас отходим все середины. Смотрите под ноги, блядь, не наступайте на мины. Все, умер. Ждем. Сейчас, блядь, надо будет сориентироваться по спине. РДДшники, смотрите под ноги. И когда говорю, блядь, под босса, все под босса. Не стойте хуй знает где. Стойте на вот этом круге. Видите, круг такой, типа, блядь, нарисован большой. Вот на нем максимум стойте. Это хватит вам времени забежать под босса. Далеко не надо стоять. Арчи, это тебя касается по вчерашнему, блядь, мероприятию. Милишники, перебегайте сюда за спину.
Ракета. Забежали за спину. Быстро, быстро, быстро. Они в ту сторону, лок. Зеленая метка. А какого хуя? Вот у меня вообще так зашел. Ты во фрейме стоял. Ну, артстайл ближе стоит, я, бля, дальше хуй знает. Ладно. Надо чуть дальше просто за спиной, метров 10. Надо просто вот этот, как у пули, блядь. Ладно, не тратьте БР и пейте, блядь, сейчас пусть тренируется. Убьем нахуй. Или давай, может, разберемся, запиздим. Давай разберемся, тут сколько. Давай, Денис, меня артстайл, суф, версикалор, мумура. Чи марлу, бля, я же путаю. Вышли, ракета, быстро отлю, нахуй. Куда ты? Ебическая сила. Беги, малышка, беги. Ну, за спину все. За спину, быстрей. Зеленая метка. Сейчас встаю, дайте сразу за хил баф. Лёха встал, на самом деле. Лёха, ты встал и сдох, да? Угу. Да. Нахуя ты вставал? Бафы дали пороги, пристабаф, крик на хп, вся залупа. Вы могли на перифазе это сделать, не сейчас. Вышел, Арчи. Лёха, самое главное, что ты стоял не в метке, потом в неё нахуя-то решил зайти. Я не понимаю, зачем, блядь. Рома, дай гимноману, пожалуйста. Выйдите оттуда с середины. Так, я так понимаю, все БР раздали. Дайте СС по Суфу. Второй СС дайте по Марлу, по Рылу и Ладомиру. Все хилов, что под ССом были. И Валиса. А, Валисочка уже не так, хватает. Висит уже. Хорошо, дайте по Марлу и по Рылу. Не надо на мне орехи вешать, Рыло. На пул ханты дали в Вайда. Мораль, как обычно, бомбы на тебе. Да. РДДшники, когда будет выходить бомбот, вот он внизу, шли от него и сразу в него оковы. И в него играем. Большой моб выходит. Мне кажется, орехи лучше мне, потому что я танчу в босс. Орешек. Играем трэш, бомба. Так, били, ставлю магнит, милики, работаем по голове. На мне кулака нету, дайте кулак порой. Знаешь, какую тему видел? Потом. Два ядра типа залутать и как он поднимется, еще раз кинуть ядро. Где такое видео? Первое видео убийство. Ну, ну считай, крылья ретрик 20 секунд, а он всего 10 секунд. В другой раз. Бомба! Блять. И босса спустим. Голову пьем. Нам надо просто РДДшникам помочь убить голову. Нам не надо тут в нее какой-то супер-пупер ДП. Да, это понятно. Сейчас бомба вылезет, мораль контролируй. Да, это самая расслабленная фаза, как бы. Бомба. РДД, работаем по бомбе. Скоро бомба будет, готовьтесь. Вот она. Ну, отойди. Отойдите нахуй от меня, блядь. Избейте. Кидай магнит, он же сдох. Понял, блядь. Самый ты. Все, заливайте. Поступает. Заливайте мобов, сведите их в кучу быстрее. Нам надо, блядь, залить их очень быстро.
точечно сыграть и в большом. Че, БРов нет? Все, внимательно смотрим, нету БРов. Запомните. СС дали по хилам. Все зеленые метки. Марлухи дайте, блять, и СС, Вайду, и этот, Ладомиру и Рылу. Геру дали. Дали фулл ДПС. РДД в голову, милики вниз. Отойди оттуда во имя, ты сейчас ебанешь на мине. Вышли оттуда во... Смотрите за минами, блядь. За спину. Надо в тело больше дай. Играем вниз. Тело вниз. Пиздец, блядь. Встать есть? Нет. Почему? Встал. Когда? Только что, блядь, он меня захуярил. А нахуя ты встаешь во время этой стрельбы, блядь? Ушли! Пошли. СС был на нем? Или ты с СС вставал? Нет, без СС, СС не было. Ладно, я буду назначать нахуй по СС-ам людей, значит, точечно, блядь. Вот этот лог дает вот этому человеку, блядь. Вот этот вот этому, блядь. СС на Мурлу, если ты на сухе СС. У нас 4 лока, блядь, не 2. Остальные... Вы играете, играете? На тело, да? За спину. Пизда умер. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Падайте, нахуй. Да понятно, что падайте, блядь. Хилов уже нахуй нихуя нету. Вы далеко... Зачем вы далеко отбегаете за километр от этого босса? Не надо далеко отбегать, просто добегать. Ой, держи его в центре. Да упадите уже. Ой, держи его в центре всегда. Просто ровно в центре. Просто чтоб люди ориентировались далеко. По минам аккуратно, блядь. Так проще ориентироваться. Ну там я когда от шокового отбегаю, придется его обратно возвращать, ничего. Возвращаю, а что делать? Ну возвращать надо. Ну смотрите. Потому что потом непонятно, где мины лежат. Значит, безвредный дает СС Суфу. Асмодей дает СС Литературе. Эми дает СС Порылу. Четвертый лог, Сал, короче, что-то там нахуй, дает по Марлу. КД, я не спрашиваю, КД или не КД, я говорю, кто кому дает. Это Трайбит СССР сделаю. Здравствуйте, ребята. Здрасте. Ханя, заходи, давай играй. Давай, Ханти, блядь. Я отдохну. Нахуй, чисто? Я 2 токена забрал. Да я видел, спасибо. За КП, да? Конечно. Нет, блядь. Сань, ты в курсе, что ты ЕП за этот рейд не получишь? А я его получу на приставку. Да, да, конечно. И ГП тогда туда же. Да, и ГП туда тоже, отсылай ему. Все в комплекте. Оставьте рыбу, садитесь. Дело говорит. Ты отдыхаешь, он за тебя работает. Значит, ЕП он заслужил. Но я же ничего не говорю. Че ты говоришь, что ты сказал, понял? Да. Но ГП не отправляйте ему. После чего ждешь? Я шучу. Артус, вставай. Я его по-любому не смогу дореснуть. Не, не надо его резать. Он сам встает, идет. Написал, что нашел. Где рыба? Не все тут. А. Макс, а ты сильно по номеру съебал? Я там пару скиллов переставил. Тут у тебя неудобно. Я вообще заебался разбираться сначала. Ну, блядь. На вкус и цвет. А еще странно, ты как-то играешь без макроса на глушащий выстрел. Я типа во все скиллы глушащий выстрел тупо купал. Да я привык уже сам прожимать. А он все равно без ГГД прожимается еще вообще похуй. Блин, просто подкату нажалось. Не
На самом деле тухлый макрос, потому что глушающий выстрел можно использовать как сбивку коста, например. Да, да. Иногда он очень нужен. Да, да, тем более, да. Дима, давай, тебя одного ждем. Ставьте рыбу. Я так понимаю, он оставил, да? Ну, в смысле, он ставил, да, я имею в виду, что еще не ставил. Леша, смотри, пожалуйста, под ноги, блядь. Не умирай от этой красной хуйни. Да пиздец, блядь, пока не понимаю. Бля, а может ты там посох зачаришь, охуево. Слышишь? В литературе. Че-че? Может ты посох оденешь? А мне надо два камня на СПД. Красных. Ну давай сделай. Пикните, блин. Сейчас слетаю, куплю камни. Хуя ты, блин. Так у него посох 39-й, алё, блин. С двумя сакетами. Критха... Спирит... Ты... Крит. А с кого упал такой? Меня нету так. Хадира. Хадира? Да у Санька есть. В районе Драйлиха? Да, Дисум сказал. Даю. Тут просто кто-то мне два сокета дал, а ты уже пошел. А, тебе дали уже два сокета? Ну, я отменил, просто у кого-то есть, я что-то не посмотрел, кто дает. Телдрина есть. Саньку дай. Дай Саньку, Саньку туда открывай. Арчи, ебанита там? Который этот, гнева. Почти 3200 СПД на меня. Посох свой засовывай. Да он зачаренный, я говорю, мне только сокет, да, а, мне Тёма чекнул. Ля какой. Хм. Вообще, по идее, сюда нужно синие сокеты 2. Бисовые, а чё синие? Ну, а, у, подожди, у него мета, а, у него мета это, я понял. Это ШП, типа, вот можно, чтобы такую мету активировать. Чё, ну можно слезу сюда воткнуть, например. Ну, нахуй не нужно, слеза для ДДшника. Ну да, конечно. СПД дух подпихаешь и пух. Ну да. Ну фиолетовый он есть в плечах и все. В рудаке. Или даже СПД МП5. Лучше, наверное, будет. Такой же есть, по-моему? Да СПД дух есть, нахуй ему туда МП5. Вот это ну, на СПД туда красный, въебывай, погнали уже травить. Давайте рыбу поели все. Че, вам, кстати, отдали шмотки вчерашней хуйни? Да. Да. Как-то откатили, вешаем? Да, только они дали, дали вместо головы какую-то хуйню пояс, блядь. Да. Откатили, вешаем? СС, так же, как назначали. Максим по суфу, Асмодей по литературе, Эми по рылу и Салеон по марлу. Салуан. Да, блядь, по хую. Стамину. Салливан, да, Салливан, блядь. Роня Салливан, блядь. Бильярдист, нахуй, по снукеру. Чек на готовность. Все тут войт, блядь. Это пух, что ли? Или лок какой-то новый? Глистал. Не, вчера взяли пугов в пизду, нахуй. Все токены забрали, черт. Да, ДК вообще там, блядь, нормально оделся. А он пидор пушку мою забрал. Одеваем ДК за мины, смотрите, под ноги. Беги, мамочка, вышли. Беги. Возвращай. Сейчас раскинет новые мины. Сразу смотрите, куда полетит.
В сторону черепа ни одной, вообще ни одной мины. Все в сторону черепа бежим. Женек, беги, ушли. Хорошо. Сразу в центр ставь, сейчас раскинет новые мины. Внимательно. Вот новые насыпал, смотрите, куда выбегать. Ну, квадрат типа можно. Посередине между черепом и крестом нихуя нету, сюда убегай. Вышли. Беги. Вайда, хил, блядь. Спасибо, спасибо. Все, вышли, аккуратно, смотрите, под ноги. Прохильте, на ком вот эта хуйня висит огненная. Аура на огонь стоит? Хорошо. Сейчас, если опять дисканет, я, бля, не знаю, напишу им такую тему, они там охуеют, блядь. Головы ебаные, блядь. А чё, Женёк стал умирать, типа, что ты сказал, сферы ему дашь? Нет, я ему сказал, если он мы хоть раз рейд пронесём, он ни разу не сдохнет, я ему сферы дам, бля. Ну, да. Три штуки на пояс. Готовьтесь, сейчас будем... Ушли оттуда, Мах вышел. Скоро она будет перебегать. Готовьтесь, скоро каз будет. Скажу. За спину, быстро все за спину. Лок. Ну, блядь, Асмодей, где портал? После того, как убьем, блядь, этот, будем решать по БРам. Смотрите под ноги внимательно за этими ебаными ракетами, блядь. Скоро опять будет обстрел, готовьтесь, скажу. Вышли с черепом. За спину, быстрей. Лок, тебе пизда. Какая хватит, блядь. Так, Вася, вставай сейчас. Ебать, Артём, ой, блядь, Лёша, нахуй. Был СС? Ну, вставать нет. Вставайте быстрее, да. Блядь, перефаза, быстрее, блядь. Вася, тоже вставай. Как у меня СС? СС... Блядь, да, Марлу, БР Васю, Вася, БР Асмодея. Сразу забафали их, резко, блядь. Вася, СС, этот, блядь. Я дал СС. СС по Васе, Асмодея забафали, Васю забафали, блядь. Забафали всех быстро. Все масбафы дали, каску, лапу, пристабаф, всю хуйню. Суф, иннер сам по себе. Иннер КД. Не орехи, да? Да, вот. Бомба. Работаем по бомбе РДД. Как сказали, бомба, это значит, ее надо запиздить. Большого забирай, Войд. Играем все по большому, милики. РДД чё? Нон-стопом бьют голову. Выводи его отсюда, чтобы бомба не появилась. Бомба. Сейчас две магнитки соберем. Давай сделаем. Попробуйте. Так. Хорошо. Только я не знаю, у одного они могут лежать или у разных должны. Хорошо, я попробую. Возьмите разные. Ну я возьму, если что.
Вот вышел большой моб. Бомба. Срез, заберешь с него магнит. Okay. Бомбу работаем. Да, бля. Забрал плюс? Да. Сади. Бомбу, подождите, бомбу, подождите. Стоп, бомбу садили. Быстро бомбу все. Сади, срез, ты, потом я. Все, работаем, по голове. Я сразу посажу его, как взлетит. Хорош. Хорош. Просто секс. Кайфово, да? Ну, ничего. Я думаю, это не сильно там влияет. На хардмоде влияет, на пожарники. У нас сейчас как раз, блядь, речь идет о пожарнике, блядь. Ну, типа там пиздец, блядь. Я не знаю, что там будет, блядь. Я пожарника делал не раз на циркуле. Все, моба взалили, блядь, смотрите там внимательно. Босса держи в середине. Слава, как только, блядь, ты выбежал, видишь, что тебе пиздец, дефов нету, говори, тебе зубы дадут. РДД в голову бьют, милики бьют вниз, потом будем свечиться в середину. Встань, типа, чуть поближе, лок, хан, там все, чтобы вы смогли забежать. Только не так, чтобы мины вас взорвали. Максим, а ты стоишь, тебя мина ебанет. Не ебанет. Хаос тоже так стоишь, не очень. Гера. РДД в голову, милики низ. А. Аура этого, кастерская, стоит, блядь? Паладина? Да. Стоит. А чё мины стоит? Полетели, смотрите внимательно, блядь. Когда Гавай заанонсит, что надо сбегаться, смотрите под ноги, когда сбегаетесь. Тоже важно. За спину, за спину, за спину! Быстро, блядь! Ну там по минам, блядь. Бамно. Сделаем. Ёбаным прыжком, блядь, я не за спину прыгнул, а, блядь. Я по минам прыгал. Встаю, встаю. Вниз играем. Да. Литературе. Встаю? Ушли, ушли, ушли. Скажи, когда вставать, короче. Сейчас. Аккуратно, мина. Смотрите под ноги, бля. РДД в грудь. Стопнули голову в грудь РДД. Вышли, 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 там ракета летит. РДД в грудь. Больше, 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 дамажим, блядь, припоты, вся хуйня. За спину, за спину, за спину, быстрее. Мины аккуратно. Да смотрите под ноги, блядь. Могу я слышать какого-нибудь боевого? Ушли, отбежать. Ушли, ушли. Вышли с красной хуйни. Мины. Все вниз бьем. Если у вас СС откатит этот, встаньте, кто может. Если у кого-то есть БР, резните там, я не знаю, СУФ. Денис, резай СУФ. Все вниз хуярим. Теперь РДД грудь, быстро. Милики, работаем по ним. Ушли. Пиздец. РДД в грудь, РДД в грудь, смотрите под ноги, за спину. Видите, только одновременно их надо убить. Так это не я взорвал. Крыло взорвал. Бей, РДД в голову. Там 200 тысяч, добейте. Внизу. Вниз, грудь. Вниз, 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 грудь. Низ грудь, быстро. Низ самого много, низ самого ушли. Много. Ушли! Все, красавцы, блядь. Ебать, скрин да. Сразу, нахуй. Саня, даже я прыгну ровно, блядь.
Вчера убили, блядь, даже быстро. И вот смекалка, блядь, нахуй, бомж ебаный. На коляске. По ходу этой хуйни. Ну ты видишь, если будет хуйня. Дай отрыв в обратку, блядь, все. И стой, бей дальше. Он же отсюда начал стрелять, и ты отсюда от него съебываешься. Я же видел, блядь, все. Лут обратно поменяй. Я тебе резал. Чисто воин, охотник, шаман, понимаешь? Ну ты падает. Ну, серьезно? Да. Воин, да. Охотник, шаман. Это тоже поезд, как вчера упал, блядь. Чисто. Давайте, блядь. Может написать им на форум, кто там VIP, что за хуйня, падает один воин, охотник, шаман, блядь. Что за ебать? Блядь, просто залупа нахуй. Это рандом. Да какой рандом? Это же не смешно даже. Мне охуеть. Блядь, у нас упало сколько? 4, 2, 6, 7, 8 токенов. Из 8 токенов, блядь, 7 нахуй воин, охотник, шаман. О, Саня, перчатки-то вообще заебись. Нет, перчатки не роль. Это перчатки. Он как раз поясок, если надо, артстайл, блядь. Врывайся. Хаскрит, вся хуйня. Чё, всё? Или ещё? Да, сегодня нет, не чё всё, блядь. Пойдёмте, блядь, ебанём раз один трай Торима. Торима? Ну а чё нет? Что там еще упало? Саня, заходи тогда сам, это ебашь, я пошёл. Наверное. Я вам скажу, кстати, ну вот я смотрю по атлас луту, блядь. Да, давай, Макс, спасибо. Воин, охотник, шаман с 50% шанс лута, блядь. Рукавица, разбойник, рыцарь смерти, маг, друид, написано 68. Ну что-то, блядь, по-моему, не сходится. Да, наебало какое-то, по-любому. Пускай подкручивают, блядь. Чистая хуйня, ебать. Ну, пускай вообще три все токена падают сразу. Чё они, блядь? А, блядь, чё, такого, блядь? У нас вот этих классов меньше всего в рейде, блядь. Воинов, охотников, шаманов. Mm-hmm. Так, Мимирон есть. Это... Если мы ебашим Торима, блядь, то, в принципе, блядь, Везакс и Йох мы убиваем спокойно, блядь. Куда даже ты? В оранжерею, блядь, и сюда, к нам. Да, сразу. Это что, Макс? Сейчас посмотрим, что тут. Может, они починили, может, нет. Чё, ты что, зашел, Макс, обратно или что? Ну... Меня когда выкинуло, видать, ты зашел, меня обратно закинул, но я вот все вышел. А, не все. Да, страшно. Ебаный рот. Научиться бы вам, блядь, нормально по минам бегать между миночками. Макс, ты делал стрим, Макс? Да, делал. И пожалуйста. Я так сейчас более-менее расставлю. Да стоп. Почему? Завтра еще будет РТ. Там же открыли этого. Йоксарона, Алгалона. Завтра откроют. Алгалона не будет, на него нужен не ключ. Не Алгалона, а этого. Генералы как там? Генерал Везакс и Йоксарон. Ребята, нет, меня завтра в 6 по Москве. Да, они завтра это в 6 откроют, поэтому завтра мы туда не сможем сходить. А, бля, 6 по Москве. Ой, бля. Душу ДВшников. Я завтра, послезавтра на работе, так что если сможете, собирайтесь тогда без меня. А что собираться, блин? Мы спать все будем в это время. Не, ну здесь жарю в субботу, либо в воскресенье, но меня не будет в субботу. Завтра можно... Десяточки завтра можно? Тогда. До Везакса почистить, ложков всяких. А не Везакса, можно? Да, я завтра могу, я Саня писал, что типа, я смотрю, я просто думал, чтобы дольше быть, и вы все хорошо закрыли, может, завтра может быть. Да, сегодня все удачно. Совпало. Давайте на завтра, ну, блин. Блин, да. Ну да. Вы про что, про десятку или про что? Десятку. Даем сейчас на Тореме два трая, не получается, идем спать. Это 20 минут. Приходите, короче, на десятку тогда, посмотрим, что получится. Может, они Тореме починили, мы сейчас все сделаем красиво. Что там, Саня, я надеюсь, паладином пойду, КД не ставлю, ДК. Или ДК надо будет идти. Посмотрим. Так, ситуация. Слышишь, Максим там или Саня, у вас статик полный уже первый? Чего говоришь? Я не услышал. Статик, ваш первый, он все полный? Не, ты с нами будешь ходить с первым статиком. Да. Может, я прошу отправить? Да. Еще П нам нужен. Или ДЦ. Лучше ДЦ, конечно. Конечно, лучше. А, ну вроде нормальный, Макс, если быстро. Да, ты главное, сходи в субботу на эту, на 25-ку на Макс. Ой, сколько Макс, сходи, надеемся. Школьник уже на следующем КД начнет лутать шмотки, я вам отвечаю. Только сделай, Паша, эти все.
ебаные профессии, эти денег даже дам. Да, кто начнет лутать, нихуя не понял. Профессии изи, я вот... Мак, он, который с нами сегодня выйдет. Да, волшебник у нас вернулся же. Ну пусть играет паренек. А это волшебник? Да, это волшебник. Да ну нахуй. Ты услышал школьник? Блядь, здорово, волшебник. Я услышал школьник, блядь, а не волшебник. Я все время думаю, школьник, что Даримар, Даримар почему-то у меня. Ну, что Даримар? Я Хао. Здравствуйте. А я не Хао, до свидания, блядь. Не Хао, ебать. Да. Рыбы ставьте, блядь. Я агрессивный нахуй, блядь. Ты питбуль, что ли? Я пойду чайка баху, да? Беременная жена, мне хочется секса нормального, блядь. Чё там, как, кто куда идёт? Ворота там, блядь. Сейчас решим, подожди. Пусть все подходят, ешьте рыбу. Так, что мы делаем? Так, Саня, ну надо по пати сейчас расхуячить. Так, его, Дениса сюда. Дай мне ассиста. А то где вообще был волшебник? Какой гильдии? Ой. Спасибо, я танк. Так, сюда. Срез танк, да, у нас будет? Не, Войд на арене, я пойду в кучу. Ну, подожди, срез в комнату пойдет? Да, да, да. Так, среза сюда. Единица сюда. Войд остается так. Арчи, так, так, так. Версика мы забираем себе. Литературе тоже тут. Так, в комнату идет, значит, Ладомир. А Лисочке в филе оставаться или нет? Блять, я хуй знаю. Наверное, оставим. Давай лучше пусть оставим. Не, давай тогда не так. Давай тогда Ладомира сюда. Алисочка идет в комнату раз. Марлу идет в комнату два. Алисочка, Марлу. И... Ну, пускай тогда и возьмем, оставим тут мага. А туда дадим... Хуй знает. Тотем, чтоб остался. Этот. Ну, пускай тогда литература идет туда. Версик тут, маг остается тут. Так, третья и четвертая идут в комнату. С ними туда идут еще оба ханты. Все остальные остаются тут. Шкаф. Все приняли, быстрее. Нет? Шкаф быстрее, алло. Киньте шкаф. Да, да, да. Поставьте сразу огурчики, возьмите все. Кого надо суммонить там? Мы хардмод хотим, да? А мы хотим просто убить, блядь, хоть как-нибудь нахуй. Хардмод? Мы хотим уже спать. Там Этернал или, блядь, вот точнее ГВП, или убили хардмод. А мы такие гол. Мы будем делать в изи. Ну, в изи просто меньше берут в комнату людей. Там... Пару человек можно РДДшников оставить на арене, помогать. Я тоже так думаю, на самом деле. Давай оставим. Давай, хорошо. Ханты в любом случае идут. Давай тогда я сейчас перемешаю по-другому. Так, мы оставляем тогда себе Максимку. Меня оставляй здесь. И тебя. А кто там этот срез, ты там тогда рулишь в комнате, блядь. Лево-право, вся хуйня. Вот так делаем. Надо кого-то за РДДшников рулить. Ну, давай, пусть я пойду. Да. Куда? А, или Макс может безвредный тоже. Он там. Максимилиан, тогда ты там порулишь. Мы Асмодея ну, давай, я там себе. Вот так. Да. Третья, четвертая, вот так 10 человек идете в комнату. Литературе срез Марлу, там хилы, Ладомир, Суф и Рыла, у нас тут хилы. Оба мага, спиздите все, что можете. Версик, с себя супер задача взять моба в мейн контроль, блять, нахуй, и держать его, блять, пока нахуй в глазах не потемнеет. Держишь его, ловишь его в центре. Стоишь в центре и ловишь его. Тотем от сил природы, вся хуйня. Проверяйте бафы. Чтоб у всех все было. А рыба была? Карасянь, да вроде был, блядь. Только... Попробуй, значит, сразу забежал.
Ешьте рыбу, да. Новую обновили. Давайте на всякий случай, блядь, сапроты там все же остались. Остаемся с сапротами. Тотем от сил природы обязательно стоит здесь. И Арчи, ты там тоже в комнате будете перемещаться, переставляй его тоже. ССы так же, как кого и назначали, по хилам дайте. Бить мобов Асмодея и все. Мы разные руны сразу сожжите, у кого есть. Че, Кирюх, метки не будем ставить? Тень лау тут? А мы будем в изимоте делать, они не да. нужны. Сань, тут также бьют эти сферы, да? Ну, от одного столба до другого также. Да, ну чуть больше даже оранжа, там чуть больше, чем типа... Да, надо забегать дальше, чем за стол. Вот ну, смотрите, короче, бегать. Вот видите, маг прыгает возле шкафа. Вот рядом со мной стоит вот эта сфера ебаная, наверху там крутится. Босс ее заряжает, вы все увидите, как это происходит, там от него такой луч к ней ведет. Она когда зарядится, она сразу долбит АОЕ таким нормальным. Примерно радиус, давайте определимся, что вот до половины следующего прохода. Что меня бьет, ебаный стресс. Ну не надо туда подходить. Да, туда нельзя подходить. Ну вот, и, то есть, если вот это зарядилось, то, соответственно, вот это и еще вон туда половина. Короче, надо 20 метров отбегать, нахуй. Отбегаем просто от нее, да, на другую часть. Да, там, короче, там сфера, она заряжает, ну не сферу, а босса, и босс выпускает такие молнии. Там они будут лететь, короче, в эту область, где была сфера, заряжалась. Саня, кинь возле так вот посередине между этих сфер 4 метки, блядь, чтобы проще людям было ориентироваться. Например, здесь слева там череп, там крест, там какую-нибудь еще хуйню, чтобы будем говорить, что в какую метку перемещаемся. Ты же говорил, это изимок не нужны. Не, я имею в виду, чтобы перемещаться, блядь. Или ты для этого и хотел? Короче, Войд, какого моба надо взять в контроль? Я все время нахуй забываю. Завоеватель. Рома, принял? Я сейчас усну, так, ребят. Завоеватель принял. Моба основного, которого надо пиздить. Егор там, Денис, какого я уже тоже... Пробудитель. Блядь. Все, пробудитель. Основная цель сразу запиздить пробудителя. Спиздить все бафы, блядь, нахуй. И развалить ему ебало, блядь, быстро. Помимо бафов еще сбивать косты, потому что если не две АОЕшки костанут, нам хана. Все. Этих мобов надо запиздить первыми и дать в них максимальный контроль. Стан, избитие костов, всю хуйню. Мы сразу забегаем. Все, кто идет в комнату туда, забегая сразу и бегут на центр комнаты. Там, поняли? Все абсолютно. Да, хорошо. Ближе подошли. Меньше базарьте. У нас говорит только Кирилл, там говорит только Макс. Больше вообще никто не говорит. Походимся сюда. Женек. Все, поехали по мобам. Видите, подведите. Не надо станы ей давать. Оба, следите и заклеивайте их просто. Бурсты не тратьте, они вам сейчас понадобятся в комнате. Все, те, кто идут в комнату, идите же к калитке туда. Третья, четвертая группа, идите к воротам. Нам как нам хантам этих, блядь, мобов на поле. Сейчас бежим сразу в комнате, прям сразу бежим. Все, открывай. Пока мобов не бейте, ждите, пока срезать. Берите тут немножко ренжу, тех, кто тут внизу стоят. Тотемы в середине, там от сил природы вся хуйня. Смотрите внимательно, пожалуйста. Школьник, блядь. Останься тут. Добегаем, и мобов только не бейте, стойте. Просто сейчас ждите, срезы их соберет и туда в центр. Пробудителя резко заливай, маги, пиздите с них все, да, можете сало всунуть, всю хуйню. Эти двоих подведите, подведи двоих. А, по правой стороне, на левой стороне стоим. Заливаем АОЕ, АОЕ залив. Просто АОЕ лив. На правую перебежали. Пробудитель, пиздите. Ушли отсюда. В полумесяц. Больше АОЕ. Пробудителя бьет. Вот этого в контроль, завоевателя. Есть баф? Есть, ништяк. Марлу, на тебе СС был? Нет. Почему не было СС? Налево перейдите, налево. Налево. Почему не было СС, блядь? Литература тихо. Нахуй вы сдыхаете, блядь? Направо, прибегай направо.
Доливаем моба, быстро, точно, быстро. Хил, подойди к нам. Су. Все, побежали. Налево, 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 налево. А что тут у тебя сдох? Ближе к квадратный месяц. Просто стоим. Пробудитель. ДК, подтяни. Гриб, быстрее, быстрее, гриб. Гриб боится. Ну что он встанет, блять, нахуй вы его встанете. Уберите ебаного пета, блять. Расовый стан воткните. Завоеватель. Вон, контролируй его. МК на него вешай, всю дорогу его держи в МК. Череп, череп, это шлеф. Череп, 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 быстрее. Он наверху еще стоит. Сорвай, точечно. Ушли, квадрат, квадрат. Квадрат. Квадрат перебегаем, и ты нового МК шишь. Держишь его в МК, все, для тебя весь бой закончен. Ушли, ушли, ушли. Быстрее. Максим, людей там по стенке веди. Да-да, я знаю. Маленького. Забейте на маленького, маленький багается постоянно. Понял, он там уже забагался. Большого, да. Возьми в МК моба, блядь. Перебегите ближе к двери. Поставь его нахуй в центре и все, в центре. Все, кто в комнате, в дверь встаньте. Вперед. Давайте быстрее, блядь, ебать, там 2 минуты до берсы. Где вы нахуй есть? У нас 50% этого мало. ДПС тут мало. Прибегите сюда, Аршер. Михалка. И бежим. Егор, мастан. Сейчас под стенкой бежим, ребят. Все по правой стороне. Все справа, Джо. В центр не иди. Под стенкой все. Давай, пуляй его. Готовы? Давай, да, быстрей. Да, да. Че, мы прыгаем? Да. Да. Спрыгивайте, спрыгивайте. Все, берса 5 минут. Набрали ренджу между собой РД. Просто по кругу по большому стали, блядь. Быстро. Еру дали, работаем. Сзади моб. Моба вы. Забери. Ладно, я знаю. Закливай. Бой, держи. Босса, босса держи. Потому что я не смогу танчить тебе, пока этот моб тебе. Скажешь, если дестабилизирующий был. Повесил. Вайда, хилим. Так, я то босса забираю, ты моба. Смотрите там за дебафами. Моба сразу залейте, точечно, пожалуйста. Что он мешает танчить? Убейте моба. У меня какая-то хуйня уебала на 30. Рядом с черепом. Бафы быстро порой. Пристабав лапа. Повешилось что. Ты что за хрень? Ты забери. Хилим, 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 блядь. У кого БР еще есть? Прохиливайте рейд.
Блять, да наберите рендж, ёбаный рот, нахуй ты стоишь в мелизоне, Рома, блять. Уйди нахуй под стенку. Нахуй ты так орёшь? Потому что победный трай, он, блять, нам порит, нахуй. Тихо. Пиздец ты орёшь, и я аж наушники, блять, включил. Давайте это попиздим этот, потом. Рендж. Да. 10 рендж тут у всех. Видите, что рейд садится, массакру, блядь, гимн на хп, любую хуйню прохиливайте, помогайте. Угу. Не снимай с меня. Есть линер на рыло? Да он повешен на тебя. Да. Че у тебя прожигает? Вот куда лицо поворачивает? Между крестом и черепом сейчас ебанет, отойдите отсюда. Ой, забери, забери, я тут чё? Забери, забери. Войд. Да, блять, КД. Понял. Хилим, 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 быстрей. Дайте сейвы, блять, какие-нибудь. Я поражался чуть-чуть. А, все, забираю у меня опять это. Добро уже. Хилим или зону, дайте сюда сейв какой-нибудь, блять. Ой, дай по мне прото. Чисто ваншот, все. Блять. А ваншот кого, блять? Обоих? Да. Что, проебали стаки? Да нет. Делал, он цепок убрал. Цепная молния. Ну, посредственная молния. У него стаки накопились, он сильнее просто. Я знаю, что он по стаками сильнее бьет. А это мог на стаки просто накидал. Ну, вы видите, что мы можем убить его легко, нахуй. Просто рендж надо набрать и не ебулить нахуй. Так, ну мне там в личку уже много народу пишет, что все там уже спать хотят и так далее завтра. Дела есть. Стоп, там. 5 лямов, блядь, нахуй. Если бы сейчас бы не подохли, блядь, мы бы его побили. Я только так и не понял, каким хуем Марлу и литературе отъехали в комнате. У тебя Киря завтра не будет, да? Не будет. Не убежали. Они под этим. И меня не будет. И меня не будет, но без нас убить. Надо все, в город летим, Сань. Надо ставить льду где-то на субботу, когда пацаны все завтра будут. Десятки, Сань, я предлагаю. Да, чтобы и эти вышел и Йоксарон и так далее, чтобы не подравить могли. Да, давайте тогда, я не знаю. Ну, в меня и в субботу не будет, так что в субботу, если хотите, идите без меня. А в будние дни, в будние дни что? Денис, а ты в воскресенье, какие дни дома? Воскресенье, понедельник? Воскресенье, суббота. Ну, понедельник короче... на работе, да? Короче так, пусть тогда Слип ставит события, я вот поставил на завтра, завтра если не придете, ну как бы, то не придете, хер. Ну так они же сказали, что на работе, если ты продолжаешь. Дальше там сами собирайте там и так далее, смотрите, я вот чисто буду ставить вот эти КД, РТ-точнее, четверг, пятница и все, больше ничего ставить не буду. Можно, потому короче, на той неделе так и было, смотри. Я поставил на понедельник, никто не пришел. Смотри, Саня, всё, до свидания. Да ЕП, да, и это, этот, да. По поводу того, можно в комнату давать двоих хилов, третьего не надо, а Лисочка пусть в ДД будет. И все будет окей, блядь. В комнату это можно одного хила вообще давать. Так, сколько боссов убили, давайте посчитаем. Друиды пойдет вообще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать убили, всех кроме Торима. Правильно? Мимирон раз, Фрея два, Торима пропускаем, Ходир три, Ауря четыре, подожди, Алгалон нет. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять боссов, правильно, нет? Раз, угу, два, да, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять боссов. Ну да, вроде десять. 1500 даю. Не, сразу сними, Макс. Да, все-таки они починили, блядь, начало нормально работать. Но все равно, блядь, ну, у нас реально ДПС, а тут как бы, блядь, не дохуя. Есть люди, которые мало дамажат.